Из роддома выписали новорожденных, родившихся в день города. В юбилей столицы республики на свет появились 13 детей, 8 мальчиков и 5 девочек. И сегодня из городского родильного дома выписали 7 счастливых мамочек с 8 малышами, среди которых двойняшки. На торжественном мероприятии отметили, что дети, родившиеся в день 385-летия города, будут пользоваться льготами при поступлении в детские сады и школы. Всем матерям и новорожденным вручили полезные подарки. Что касается рождаемости в нашем городе, то мы думаем, что это будет на уровне прошлого года. Уже вот по результатам 8 месяцев в городе родилось 3800 детей. Это примерно столько же, сколько в прошлом году. Но, к сожалению, у нас в целом по стране и в республике есть тенденция сокращения рождаемости. Это объективные факторы, потому что количество рожающих женщин сейчас как раз в период демографической ямы. Но мы уверены, что города Якутска это не коснется, что и количество рождающихся детей у нас все-таки будет вот на очень высоком уровне.